Один из самых легких способов заработка в интернете – это реферальная программа. Цель и задача очень проста. Вам нужно просто распространять ссылки и пригласить как можно больше людей в рекламируемый проект. Это маркетинговая программа, которая ищет целевую аудиторию. Я хочу вам сегодня рассказать очень схожий способ заработка с партнерской программы. Но вам надо искать не целевую аудиторию, которая будет проявлять активность или что-то покупает в проекте, а всего лишь надо создать свой положительный бэкграунд компании или повысить узнаваемость. Повторюсь, вам не надо увеличить продажи, а надо всего лишь создать контент, чтобы поднять имидж проекта. Это называется PR-менеджмент. Маркетинг и PR очень схожи и связаны профессии. И они понадобятся в любой сфере. Сегодняшний наш проект, узнаваемость которого мы должны увеличить, get you. Ваша главная задача – просто делать ролики по этой бирже и заинтересовать, вовлечь аудиторию. И за это вам будет платить биржа get you. Ваша главная задача – просто сделать контент, который будет интересен всем. Например, я сейчас сделаю короткий обзор на биржу GetEO. GetEO – это американская криптобиржа. Ее особенность в нескольких десятках актуальных криптовалют, которые котируются на площадке. В целом, неплохой выбор для трейдеров со всего мира. Главное – знать английский или китайский язык, чтобы не путаться в терминах и разобраться в функционале площадки и интерфейсе. На GetEO очень беспокоятся о безопасности клиентов. Конечно, степень защищенности информации зависит от самого клиента, пользователя, ведь еще в начале регистрации всем предлагают включить двухфакторную аутентификацию. Она важна, если хотите, чтобы работа на ресурсе была безопасной. Естественно, чтобы торговать на бирже GetEO, нужно пройти регистрацию. Ничего сложного в регистрации нет. От потенциальных пользователей не требуется ничего сложного. Нужно только заполнить стандартную форму и выполнить подтверждение данных, указанных в ней. Не только обзоры, и вы должны создавать новостной, аналитический контент, то есть у вас должно быть базовые познания в области криптовалюты. Это неплохая возможность, чтобы войти в рынок и потом уже самому торговать. Конечно, сойдет для первого заработка в теме криптовалюты. Тем более, эта биржа не требует космических показателей, как Google AdSense или другие партнерки контент-мейкеров. Если ты хочешь работать в YouTube, у тебя должно быть около сотни подписчиков и больше 500 просмотров. В TikTok количество подписчиков не должно быть меньше 500, а в Твиттере 1000. А если вы уже работаете как трейдер, тогда как только подключитесь к партнерке, вам дают VIP-привилегии, и вы можете попробовать новые фишки биржи раньше, чем обычные пользователи. Мало того, ваш канал будет сертифицирован как официальный партнер. Да, определенно стоит попробовать заниматься PR-менеджментом, ведь помогая этой бирже, вы не только зарабатываете денег для себя, и вы еще вдобавок внесете хоть малый, но вклад в развитие криптовалюты. Например, я сейчас скажу несколько интересных фактов, которых вы сможете использовать в своих роликах. Цель создания криптовалюты была децентрализация финансового оборота, чтобы все деньги мира не скопились в руки определенных круг лиц, и поэтому оно использует блокчейн. Благодаря этому контролировать финансовые обороты криптовалюты невозможно. Даже если попытается целое государство, все равно на это ни у кого не хватит ресурсы. Благодаря майнерам, которые проводят наши транзакции, мы останемся анонимным, и все будет круто, пока государство не создаст свою криптовалюту. Его майнить будет просто невозможно, и анонимность просто исчезнет. Все равно вся платежная система окажется в одних руках. Как мы помним, блокчейн полностью открытая система, где можно увидеть, кто и куда отправил деньги. Возможно, нам будет присвоен криптокошелек на всю жизнь, и люди, у которых есть достаточно прав, могут увидеть историю всего транзакции нашего кошелька. Даже покупку презервативов, вот так оружие против тотального контроля может привести к ней. Но это не случится, пока остальные криптовалюты мира не исчезнут. Власти, если даже захотят, не сможет заставить людей пользоваться государственными криптовалютами. Так что бояться ничего. Как обычно, вы сможете в описании найти ссылку на GetEO, переходя по которому вы сможете получить 20% скидку на торгкомиссии пожизненно. Попробуйте себя в области криптовалюты и трейдинга. Это совсем не сложно, если разобраться. А также рядом есть ссылка на телеграм-канал.
Переходите, подпишитесь и будьте в курсе новостях криптомира.